Здрасте, как дела? Я Мэтт Уотсон из Карвал, и я за рулем Макларена 765LT. Справа от меня Porsche 911 Turbo S, и мы устроим драг-заезд. Сперва может показаться, что силы совсем не равны. Но то авто стартует просто как зверюга. А это и есть зверюга. Но хорошо ли оно стартует? Сегодня мы это и проверим. В общем, расскажу о Макларене. У него 4-литровый твин-турбо V8, мощность 765 лошадей, как следует из названия. Также выдает 800 ньютон-метров крутящего момента. Это относительно легкое авто, снаряженная масса чуть больше 1,3 тонны. Задний привод и тяга отправляются на задние колеса через 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и лонч-контролем. Довольно дорогой этот Макларен, стоит от 280 тысяч фунтов. Porsche менее дорогой. Его начальная цена всего 156 тысяч фунтов. За это вы получаете оппозитную шестерку Twin Turbo 3,8 литра, 650 лошадей, 800 ньютон-метров момента. 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и лонч-контролем, полный привод, и это, разумеется, поможет ему стартовать. Но Porsche потяжелее, снаряженная масса больше 1,6 тонны. Так что же будет? Давайте справимся у человека, у которого могут быть интересны мыслишки по этому поводу. Здоров, Яни, как дела? Мэтт, очень даже хорошо. Сижу в чудесном шустром Porsche. Как тебе он нравится? Ты ездил на таком уже сколько-то раз, как считаешь, сможешь меня победить? Раньше это авто всех уделывало сухую. Но я в курсе, что этот Макларен шустрый. Так что если только не сломается, ты меня сделаешь. Ага, то есть ты думаешь, у тебя шансов нет? Мне кажется, моя реакция традиционно не подкачает против твоей, но... думаю, без шансов. Ну, какой неуверенный. Ладно, перед заездом обязательно подпишитесь на наш канал и включите уведомления, чтобы не пропустить ни единого видео. Вам бы этого не хотелось, да? Ладно, приступим. Но перед заездом устроим традиционный для Карвал саундчек. Я начну первым, поддам оборотов в Макларене. Итак... ох, чувствую всяческие вибрации в пятой точке непривычно. Но мне нравится. Яни, отдай-ка в Porsche. Ты там что, уснул? Ну вот, поддаю оборотов в Porsche. 3500. Ох ты ж, увы и ах. Ну ладно. Может тогда вместо этого резину прогреем, как думаешь? Давай прогреем резину перед заездом. Мне кажется, я тут верчусь на одном месте. Как-то неаккуратно вышло. Но, я думаю, хорош. Неплохо. Не фонтан, но неплохо. Ага, твой черед. Уж ты не подкачай. Ух, дыму-то сколько напустили, дыму! Три, два... один. О, ну давай, зацеп! Ох, он погнал! О, нифига! Смогу его обойти? Ну же! О, приедем совсем рядом! Был на доли секунды впереди, но все, он погнал! Ну вот и все, покедово, дружбан! Ну чё, как, Ян, тебе понравилось? Мне нравилось где-то секунду или полторы, а потом я смотрю, такой вижу, ты меня обходишь и думаю, ну что ж. Хочешь еще разок? Ну можешь, конечно, съездить еще разок, но есть в этом смысл? Не знаю. Давай проверим. Вот жук веселится там, на 100% уверен, что опять победит. Ну давай, я еду на исходную. По сути, хочу проверить, смогу ли обогнать его еще больше. Три, два... один. Слушайте, но стартует он, конечно, обалденно. Но то, как это авто его обгоняет... еще более обалденно! Врать не буду. У тебя отменная реакция на старте и зацепу авто, дай боже. То есть авто просто дурное. Совершенно дурное, правда же? Ну знаешь, я как не фанат Макларен, и то признаю, что авто и красивое, и очень-очень шустрое. Итак, каковы же результаты? Ну, победил Макларен, проехав четверть мили с места за 10 секунд ровно. Тем временем Porsche проехал за 10,2 секунды.
Так, теперь погоняемся сходу с 80, машины в наименее спортивных настройках, коробки в автоматическом режиме. Начну отсчет. 3, 2, 1, пошел! Господи, опять все как в драге, он погнал вперед! Но сейчас... Его уничтожили! Ох, смотрится, что ни говори. Вот и полмили. Это авто просто дурное, не правда ли? Справедливости ради, оно и стоит почти вдвое дороже твоего авто. Так что Porsche неплохо себя показал с учетом этого. Да, помню, гонялись на них, они уделывали всех и вся. А тут немного времени прошло, и появились авто не хуже. Это да, верно. Но... Все равно твое авто больше подходит на каждый день, но опять же говорю, чуть ли не вдвое дешевле. Сколько стоит 765-й? 300? 280 минимум. Минимум? Так, вновь погоняемся сходу, опять же, с 80 на сей раз авто в спортивных настройках, коробки в ручном режиме. Начну отсчет. 3, 2, 1, пошел! Блин, буст тут просто одуревший! Оу! Блин! Вот и полмили! Просто обалдеть! Именно с третьей, именно с 80 буст идеальный, авто просто летит ракетой! Слушай, вот если забыть про Ниверу, было ли в твоих заездах более быстрое авто? Чего, быстрее Ниверы? Не было ничего, Римас Нивера быстрее всех. Кстати, если хотите посмотреть наш заезд с самым быстрым авто, на котором я когда-либо ездил, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. Это просто что-то с чем-то. Мировой рекорд у Карвау, что, в принципе, одно и то же. Ты ушел от ответа на вопрос, еще и прорекламировал какое-то там свое видео. Ты не говорил в рацию, но я все заметил, я все вижу, ты там не думай. Да, ты меня подловил, это так. Так, проверка торможения со 160, пересекаем черту и тормозим до остановки. Какое авто остановится раньше? В теории должно это, но я знаю, что тормоза у Porsche отменные. А вот и черта. Ну же, Макларен. Ну что ж ты, Макларен. Да, ты победил. Отличные тормоза. Я немного расстроился, но, блин, эта машина просто дурная, как считаешь? Отличная машина во всех отношениях. Еще двери крыло бабочки, а для меня это решающий фактор. Ага, ну что, нравится, как они поднимаются, да? Нравится? Наслаждаешься? Поди, возбудился уже там весь, да? Уже, наверное, ууу, сейчас расчехлю кошелек. Ты как птица. Красиво, красиво. Ну что ж, как всегда, спасибо Яне за участие в заезде. Пройдите на его канал Янимай, ссылка на него опять же есть в описании. И, пожалуйста, зафоловите мой инстаграм @WatsonCars. Буду премного признателен. Ну ладно, если видео вам понравилось, поставьте нам лайк, напишите в комментариях, как вам видео, нажмите на окошке слева, чтобы посмотреть другие видео, или на значок по центру, чтобы перейти на страницу со сравнительной таблицей драг заездов от CarWow. Сможете посмотреть, как это авто показало себя относительно Ниверы и других машин. Бывали у нас машинки и побыстрее.